разрешите доложить? Докладывай. Рано утром на нас напали, перебили охранников и освободили пленных, которых мы захватили ранее. Что за чертовщина тут творится? Кто это такие? Почему постоянно кто-то сбегает? И где фугас, его возьми, монстр? Оповестите о беглецах в соседние штабы. У нас красный код. И объявляйте общий сбор всех военнопленных в центральном здании. И отправьте 2-3 танка на поиски монстра. Без надобности в бой не вступать и сразу отходить при первой опасности. Мы и так потеряли слишком много танков. Прием, прием! У нас бежали опасные беглецы! Код красный, повторяю! Код красный! Мою команду. Все построиться в боевой порядок и прочесать вдоль и поперек этот чертов лес и найти этих паразитов. Что будем делать? Их слишком много! Мы не выстоим! Эвакуация! Не стоит. Я хорошо знаю местные леса. Я уведу их за собой и верну обратно. Ох, не нравится мне эта идея! Все согласны? Значит, остаемся, а ты уводишь их отсюда.
бабашку. Это было близко. Давайте быстрее! Он поехал прямо! Я его не ловлю! Мы отстаём от него! Надо подбежать! Отставить! Это свой! Справился! Молодец!